Так, всем привет, ребят. Не было у нас давно уже видео по модифицированию биосов. Сегодня у нас главный герой — это Asus H110MR. Вот здесь уже стоит процессор i3-8100T, который официально данной материнской платой не поддерживается. Это четырехъядерный, чистые 4 ядра. У нас на частоте 3.1. Я уже все сделал, прошил. Вот забыл. Два монитора поддерживаются. Вот видеоядро работает, как видите. Вот. Ну что показать. В принципе, сейчас зайдем сразу в кофе мод. Покажу настройки, которые я применил. Поставлю вас на паузу. Так, вот я модифицировал BIOS. В принципе, все стандартно. Кофетаймом 0.99 модел. Скачал последнюю версию BIOS с официального сайта. Вот сразу зашил все микрокоды, чтобы уже, ну, это буду на продажу систему, материнку с процессором под дальнейший апгрейд. Может, человек захочет поставить какого-нибудь мутанта. Все микрокоды зашились. Работают здесь как и стандартные родные процессоры 6-7 поколения, так и, как видите, уже можно ставить любой проц. Единственное, вот сразу говорю, какие ошибки были у меня. Прошил BIOS и чисто запарился, не увидел, не поменял ME. У меня была конфиденциальная, ну, которая в официальном BIOS стоит. Надо было поменять на корпоративную. Вот какие косяки при этом были. Все, в принципе, работало нормально, но когда выключаю комп и пытаюсь заново включить, он не включается. Вентилятор два раза крутится и ничего не происходит. Также не работает перезагрузка. Поменял обратно, сделал корпоративную, все перепрошил, все заработало отлично. Все подтянул SN, вот эти сиреники, все подтянулось с бэкапа. Так, ну, в принципе, сейчас давайте покажу уже. Запущу AIDU, сделаем пару тестов. Так, просыпайся, он у нас заснул. Сейчас, секундочку. Так, загрузилась. В общем, вот она, наша материнка. Сейчас пару тестов сделаем. Ну, тут уже сделал. Ну, обычный вот четырехъядерный проц. В принципе, стандартная базовая производительность 3.1. Это тэшка, ее гнать нельзя. Ну, за ту сумму я отдал, в общем, 2000 рублей за этот проц, ну, рублями. Это недорого на сегодняшний день. Вот, ну, в дальнейшем буду продавать, и то, что человек захочет поставить, может. Ну, хотя такой проц под 1060, под самую простую игровую сборку пойдет. Давайте протестим еще в КПУЗ его. Посмотрим, сколько у нас наберет. Вот, в принципе, с i7-2600. Такая нормальная производительность. Так, одна планочка пока стоит для теста. Вот он, последний BIOS. Смотрите, вот в чем преимущество ревизии вот этих процессоров четырехъядерных, что пин-мод не нужен. То есть я прошил мод BIOS, вставил, и никаких там перемычек, изоляции не делать не нужно. Все работает. Точно так же я мог поставить, если был бы там 9100, допустим, ну, любой, а третий там, неважно, который под 300-й сокет идет, 300-ю серию. Все, в принципе, работало. Ну, в принципе, можно на этом и заканчивать. Такой урезанный камешек. Ну, в принципе, все. Тротлинга нет, температура в норме. Это с боксовым кулером, самым простым алюминиевым.
Все, в принципе, кому нужно, я могу потом выложу в группе, в Телеграме, в своей группе версию модифицированного биоса, кому может нужно будет на данную материнскую плату. Ну, все, в принципе, будут вопросы, задавайте в комментах. Всем удачи, всем пока.